Ольга Валерьевна, здравствуйте. Об эпидобстановке в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется наличием 88 новых случаев новой коронавирусной инфекции, да, по данным Управления Роспотребнадзора. При этом необходимо обратить внимание, что на настоящий момент разная ситуация у нас в районах республики. И если в городе Якутске намечается достаточно хорошая тенденция, связанная со снижением случаев, в городе Якутске 38 случаев, к сожалению, стабильно напряженной и даже очень напряженной ситуацию я бы характеризовала в Мирнинском районе, в котором вновь выявлено за сутки 16 новых случаев. Также нельзя назвать спокойной обстановку в Тампонском районе, где выявляется уже который день достаточно большое количество случаев, это 11 случаев, и в напряжении остается ситуация в Алданском районе. Всего в целом новая коронавирусная инфекция за последние сутки была выявлена и зарегистрирована в 14 муниципальных образованиях. И если в Якутске, в Мирном, в Тампонском и в Алданском районе исчисляется десятками, то в 8 районах других республики выявляется от 1 до 5 случаев. Управление Роспотребнадзора совместно с учреждениями Министерства здравоохранения республики продолжают работу как по выявлению случая, так и по лечению больных. Лабораториями за сутки проведено 2200 исследований. Всего с начала пандемии обработано 929 707 тестов. На настоящий момент необходимо обратить внимание, что мы продолжаем, и выписывать больных, но количество больных на койках непосредственно у нас остается стабильным. Именно тяжелых больных, находящихся на ИВЛ, в основном это граждане пожилого возраста. На 5 февраля 2021 года, в республике, как мы говорили, поступила вакцина. На настоящий момент уже провакцинировано почти 25 491 человек. А на настоящий момент мы ждем поступления новой партии вакцины, поэтому возможны вопросы, связанные с тем, что кого-то записывали и запись переносится. Это нормальное явление. Само по себе поступление вакцины, оно связано с маркировка ее так же, как и любого лекарственного препарата по правилам, действующим в Российской Федерации. Поэтому мы ждем поступления где-то в понедельник вакцины, и, соответственно, граждане все дальше будут по очереди приглашены. Поэтому дальше суточная сегодня у нас проходимость за последние сутки. Непосредственно провакцинировано 1549 человек. Проходит сегодня вакцинация у нас как в городе Якутске, так и во всех районах республики. Непосредственно 5 февраля 2021 года активно получили у нас в городе Якутске вакцину 10 387 человек. Еще раз обращаю внимание, что по записи через госуслуги и по записи напрямую через поликлиники ждем на вакцинацию людей в зависимости от того, когда запись четко определена. К сожалению, меньше всех у нас на настоящий момент провакцинировано в Ленском районе, где просто небольшими темпами идет само по себе вакцинирование, что вызывает ряд вопросов к работе, в том числе учреждения здравоохранения, а также в Чурапчинском районе. На прошлой неделе мною были приглашены для соответствующего разъяснительной работы руководители пищевых организаций Республики Саха-Якутия, перед которыми поставлена задача также первоочередного вакцинирования работников молокозавода, работника хлебзавода, птицефабрики, для того, чтобы прежде всего обеспечить и продовольственную безопасность того питания, которое мы имеем.